Всем привет! Сегодня влог Сюла. С возвращением вас на мой канал. Я снимала этот влог еще где-то в июне. Моя сестра прилетела в Корею где-то на 10 дней попутешествовать. И я смогла запечатлеть один из этих дней. Я бы хотела поделиться им именно с вами. Сейчас уже середина июля. Я уже 2 недели как в Казахстане. Но с Кореей будет выходить еще очень много влогов. У меня там влог с Пусана, влог с Чеджу, еще много разных видосов. Поэтому обязательно ждите. Просто мне нужно время все это смонтировать. Ой, не знаю, когда я все это смонтирую. Я очень надеюсь, что вам понравится это видео. Оно не очень большое, но оно наполнено моими приятными воспоминаниями. И приятного вам просмотра. Обратно в Сеуле. Я сейчас закажу себе такси, я поеду к сестре. Так вот. Life is good, though. Life is good. Я приняла душ, умылась. Я сейчас в отеле своей сестры. Я приехала в Корею на неделю с своим мужем, чтобы отдохнуть, попутешествовать. И вот мы вместе были на концерте. Все уже спят, поэтому я буду говорить, что потом. Я не знаю, как мне описать словами все, что произошло. Это просто... Какие твои ощущения? Сейчас на самую высокую башню пойдем. Почему in English? Просто это слово. Как твои ощущения? Ой, сейчас... я в ожидании. В ожидании? Тоже еще в ожидании. Сейчас заложим. 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 Beginning with Kunjung Junhao at Gyeongbokgung Palace, built during the Joseon Dynasty. JYP. Мы с кайфом сидим. Аня рада. Сейчас к нам выйдет Феликс Хёнджин. Еще. Да, они звонили, сказали. Да, скоро да, мы сейчас пойдем вот рядом вот туда. Ладно. Рядом Эдди Кофе. Туда пойдем пить чай. Пить кофе. Все, let's go. Это Корея. Корейский барбекю. Массаж.
Мы в SM Entertainment. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я была безумно рада, что моя сестра прилетела в Корею. Тогда я жила в Корее уже 3 месяца, насколько я помню. И иногда я, правда, чувствовала себя немного одиноко, так как все мои самые-самые близкие люди были в Казахстане. Конечно, я в Корее нашла очень много друзей, и русскоговорящих тоже, вот Аймира, Ахпаян. Мы с ними очень хорошо сдружились, я очень рада, что они были как бы моей поддержкой там в Корее. И у меня очень много теперь интернациональных друзей, которые разговаривают просто на абсолютно разных языках мира. Я очень рада, что мне повезло с людьми там, но все же все мои близкие друзья, Лаура, Камила, Алуа, просто мои самые-самые любимые, они для меня вот прям как родные сестры. Конечно, моя самая-самая близкая семья, родители, брат, сестра, они все в Казахстане. И иногда я чувствовала себя так, как будто я в параллельной вселенной. Не знаю, как это объяснить. И когда я увидела свою сестру в Корее, это было такое странное чувство. Первый раз я ее увидела, когда мы были на Хангане. Было такое ощущение, как будто типа я сплю. Либо как будто я просто в другом городе Казахстана, потому что это очень странно видеть человека из другой своей жизни, как будто. После нашей первой встречи, когда я уже ехала домой в общагу, я плакала, да.
просто, типа, у меня вышли эмоции за весь тот период, потому что я очень редко плакала. И после нашей вот этой вот встречи, когда мы буквально путешествовали по всему Сеулу, не знаю, я чувствовала такое тепло у себя на душе, то, что я смогла показать своему близкому человеку свой маленький такой мир, поделиться чем-то своим, таким сокровенным, как будто бы. Я бы очень сильно хотела попутешествовать в Корее со своей семьей. Да, мне кажется, это вообще по-другому. Ну и, конечно, я бы хотела туда пойти с друзьями, там, потусить. Я надеюсь, что вам понравилось такое вот душевное, семейное немного видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мои другие соцсети, на Инстаграм, на ТикТок, на Телеграм-канал. И в целом на этом все. Ждите новые влоги. Их очень-очень много. Просто, пожалуйста, чуть-чуть подожди. И на этом все. Всем пока.